Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. И перед началом работы, как всегда, давайте проверим нашу связь. Если вы меня видите и слышите, то поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Коллеги, жду. Так, вижу, что печатаете. Если видно, слышно, хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики. Коллеги, видно, слышно меня? Не могу начать работу, потому что не знаю, связь у нас установлена или не установлена. Коллеги, если вы меня видите и слышите хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Напишите. Или просто поставьте плюсик. Ой, благодарю вас, Виктория. Хорошо, слышно и видно. Отлично. Тогда начнем работу, поскольку, мне кажется, вопрос, который сегодня мы рассмотрим, он достаточно актуальный, интересный, на мой взгляд, да, и необходимый, потому что ведь знания педагогу, педагогическим работникам необходимо обновлять или там, вспоминать не только касающиеся непосредственно методики преподавание каких-то отдельных предметов, не просто там, может быть, построение урока по ВГОС, но и такие общие темы, которые являются, собственно, педагогического знания и, конечно же, касающиеся процессов воспитания, поскольку сегодня этот процесс неотделим от всего того, что происходит в системе образования в Российской Федерации. И было у нас такое заблуждение, когда мы открестились от воспитания детей, сказали, что будем только их обучать. Но сегодня все возвращается на круги своя, и система образования наконец-то стала целостной, предоставляя вот это вот системное, полное образование нашим детям. Ну и вебинар давайте начнем с просмотра видеоролика, послушаем людей, их мнение. Образование, воспитание, их два дальше. Понятия, их нельзя делить, потому что это комплекс. И сегодня вот прилагая много усилий, когда мы готовили концепцию по развитию именно воспитания в Российской Федерации, мы готовили ее не в отрыве, а мы ее готовили в комплексе с семейным кодексом, с остальными документами, которые входят в стратегию действий в интересах детей, проживающих в Российской Федерации. Вот смотрите, что у нас было в свое время, которое мы пережили, слава богу, да, сейчас мы считаем уже своими ошибками, наверное, если бы их не было, может быть, мы и сегодня не подошли бы к необходимости включения блока воспитания в процесс образования, потому что в свое время мы сделали вот эти ошибки. И, наверное, начало все-таки было после революции в Российской Федерации, когда мы допустили вот те максимальные уровни свободы, когда мы разрушили традиционные ценности, когда мы сказали, что вот наша традиционная, многопоколенная, православная семья, где было несколько поколений, где, вот, как правильно было сказано, были бабушки, дедушки, где не требовались психологи, к которым сейчас прибегают наши жители других стран. Вот эту систему мы разрушили, позволили молодежи попробовать все на своем опыте. И, наверное, вот те ответственные родители, которые сегодня ими стали, наверное, они вот эти все этапы прошли. О чем мы сегодня и говорим, что не все полезно то, что есть за рубежом. И сегодня-то мы говорим о том, что вот те традиционные российские ценности, которые мы пытаемся внести в блок законодательных, законотворческих документов, по которым мы предлагаем жить и нашей молодежи. И мы говорим, что поздно, когда мы молодежи об этом начинаем говорить. На самом деле воспитание, оно закладывается с рождением ребенка, и начинается оно в семье. Поэтому начинать-то мы должны образовывать вот тех родителей, которые только приходят в ЗАГС.
с намерением. А еще лучше, как это было в нашей традиционной системе образования, когда у нас в рамках образования шел блок по воспитательным дисциплинам, и была психология, и возрастная психология в школе. И мы учили подростков, как правильно общаться между собой, и как правильно общаться на том периоде, когда они уже принимают решения. И мы говорили тогда в рамках образования, что семья – это неотъемлемая часть решения двух молодых людей создать семью. И тогда не было никаких вопросов, и никто не говорил, что может быть какой-то гражданский брак. То есть мы вот на уровне подсознательном, можно сказать, предлагали нашим детям наши традиционные семейные ценности. И они не вызывали никаких, скажем так, противодействий, потому что мы это предлагали не в том подростковом возрасте, когда уже это плохо и все отторгается, и не воспринимается не только по той причине, что это плохо, а потому что мы прекрасно знаем, что есть еще возрастная психология. Вы знаете, мне вот очень понравилось высказывание, да, Елены Поповой относительно того, что мы, был момент, когда мы дали молодежи попробовать все. Ну и вот это все сегодня вышло нам, как говорится, боком, и слава Богу, что вовремя были внедрены, да, введены, внедрены федеральные государственные образовательные стандарты, которые, может быть, вопреки учительству, да, повернули нас другим, как говорится, ракурсом к обучению, образованию и воспитанию ребенка. Поэтому вот сегодня мы будем говорить именно о том воспитании, которое необходимо и востребовано сегодняшним временем. Эти требования прозвучали и в законе, в новом законе об образовании Российской Федерации, эти требования предъявляются федеральными государственными образовательными стандартами, эти же требования, подобные требования относительно воспитания подрастающего поколения прослеживаются и в профессиональных стандартах различных категорий, категории педагогических работников. И мы с вами уже сегодня просто в обычной жизни понимаем, что это необходимо делать, иначе мы теряем детей и теряем свое будущее. Поэтому вопросы воспитания, они актуальны, видимо, будут еще очень долгое время. Так вот, если мы говорим о воспитании, тогда стоит вспомнить слова великих людей, которые говорили о воспитании следующее. И воспитание, и образование, они неразделимы. Да, Лев Николаевич Толстой еще когда-то об этом сказал. Нельзя воспитывать, не передавая знания. Всякое же знание действует воспитательно. Ну и Джон Лок, он как бы в подтверждение Льву Николаевичу Толстому говорил о том, что в дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости, ученость становится в нем педантизмом, остроумие – шутовством, простота – неотесанностью, добродушие – льстивостью. Поэтому все это неоспоримо доказывает тот факт, что образование должно идти через воспитание, а воспитание через образование. Ну, давайте вспомним, что же такое процесс воспитания. Личность человека, она формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов и внешних, и внутренних, да, и объективных, субъективных, природных и общественных, независимых и зависимых от воли и сознания людей, которые действуют либо стихийно, либо согласно определенным обстоятельствам и целям. И при этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего собственного формирования и развития. И сегодня мы говорим, что даже те знания и умения, навыки, да, они становятся приобретением ребенка только в процессе самости, самообразования. И вот это вот воздействие, которое мы с вами оказываем, уважаемые педагоги, да, как бы вот целенаправленно формирует, да, или способствует формированию и развитию личности, оно обеспечивает научно организованное воспитание. Там, где есть воспитание,
учитываются и движущие силы развития, и возрастные и индивидуальные особенности обучаемых. Мы сегодня говорим о том, что процесс обучения мы должны выстраивать с особенностями возрастными, психофизиологическими, физическими и так далее. Да? И поэтому воспитание нам диктует, что необходимо на полную мощность использовать те положительные влияния общественной и природной среды, которые окружают ребенка в реальности. И, конечно же, ослабляются отрицательные, неблагоприятные воздействия внешней среды, если идет процесс планомерного воспитательного такого вот новообразования. И надо сказать, что там, где есть воспитание, достигаются единство и согласованность всех социальных институтов. И когда ребенок образовывается, да, то есть воспитывается, обучается в такой гармоничной среде, где все взрослые как бы за то, чтобы этот ребенок вырос достойным человеком, личностью, гражданином и так далее, там получается все замечательно. И, конечно же, такой обучаемый, он раньше становится способным к самовоспитанию. Сегодня мы очень часто употребляем такие термины, как образовательная среда должна быть дружественной, да, образовательная среда должна быть доброжелательной. Можно сказать только одно. Образовательная среда должна быть воспитывающей, воспитывающей человека, личность, гражданина. Ну и вот современная педагогика, она сегодня исходит из того, что понятие процесса воспитания отражает непрямое воздействие. Да, и сегодня мы, если внимательно прочитываем требования федеральных государственных образовательных стандартов, иные нормативные документы, да и просто методические какие-то рекомендации, да, то мы это видим. Мы видим, что сегодня требуется не воздействие, не формирование прямое, да, педагога на обучающихся, а именно взаимодействие, взаимодействие социальное, социальное взаимодействие педагога воспитуемого, их развивающихся отношений. То есть сегодня образование строится через отношения воспитуемых и воспитываемых. Цели сегодня, которые ставит перед собой педагог, они выступают как некоторый продукт деятельности воспитуемого. Процесс достижения этих целей также реализуется через организации деятельности воспитуемого. И оценка успешности этих действий, а именно действий педагога, да, потому что как бы все равно он невольно оказывает влияние, воздействие, да, оно опять-таки производится на основе того, каковы качественные сдвиги в сознании и поведение воспитуемого. То есть вот необходимо, чтобы процесс воспитания шел параллельно вот с этими качественными изменениями в самом ребенке, в его личности. Но в чем же заключается сущность воспитательного процесса? Ну, давайте вспомним воспитание как философскую категорию, тоже вот просто для напоминания. Вот как философская категория, сущность означает смысл данной вещи. То есть сущность – это смысл данной вещи. То, что она есть сама по себе, в отличие от других каких-либо вещей. Сущность отражает глубинные связи, внутренние отношения, которые определяются основными чертами и тенденциями развития данного явления. Это сущность. В чем состоит сущность воспитательного процесса? Вот воспитание, как одна из подсистем целостного педагогического процесса, подчиняется его общим закономерностям и принципам. Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и последовательных действий, которые направлены на достижение определенного результата или на достижение определенной цели. Воспитание
Это процесс двусторонний. Почему двусторонний? Потому что он предполагает как организацию руководства, то есть воспитание необходимо руководить, так и собственную активность личности. То есть и еще сама личность, которой руководят, да, должна, скажем так, проявлять какую-либо деятельность. Однако ведущая роль в этом процессе, конечно же, принадлежит педагогу. Почему? Потому что педагог разрабатывает программу реализации общей цели воспитания, обосновывает и выбирает и применяет те формы и методы и приемы воспитания, которые необходимы, скажем так, формированию личности воспитуемого. Поэтому, конечно же, определенная ведущая роль здесь отдается педагогу. Ну и воспитание, оно реализуется в процессе социальных взаимодействий как между воспитателями и воспитуемыми, так и между самими воспитуемыми, что предполагает наличие определенных коммуникативных отношений. Таким образом, воспитание требует коммуникации не только управляющего и управляемого, да, но и между управляемыми внутренние коммуникативные связи также выстраиваются. И они тоже должны быть контролируемы и регулируемы педагогом. Возникающие в этом процессе социальные взаимодействия и обусловленные ими коммуникативные связи обозначаются термином «воспитательные отношения». Поэтому сегодня, скажем так, процесс воспитания проходит посредством воспитательных отношений, взаимодействия педагога и воспитуемых, и взаимодействия между воспитуемыми. В чем состоит сущность все-таки воспитательного процесса, а именно сущность заключается в том, что внешние, объективные, скажем так, объективность становится достоянием внутреннего. То есть те увиденные картинки, реалии, да, факты, какие-то события в жизни ребенок трансформирует внутрь себя, таким образом вырабатывая некие личностные черты, качества, да, которые, в общем-то, либо остаются в нем, как правило, да, либо, скажем так, далее подвергаются каким-либо изменениям. Поэтому при этом определяющее значение имеет не сами по себе условия развития, а фактическое место человека в этих условиях. То есть что влияет на воспитание? Вот эти события? Нет. На воспитание влияет вот то самое состояние человека, который находится в тех или иных условиях, в том или ином событии. Ну и, конечно, меняет то, что у этого человека, воспитуемого, да, возникают свои отношения к действительности, как бы возникают свое отношение к ситуации. И, конечно, все это можно назвать социальной ситуацией развития личности. То есть посредством отношений происходит воспитание, да, в определенной ситуации, и сам процесс воспитания, самовоспитание, да, происходит внутри самого человека под воздействием вот этой социальной ситуации развития. Главный результат воспитательного процесса – это формирование гармонично развитой общественно активной личности. Ну, может быть, кто-то из вас скажет, что это стороннее, ново абсолютно. А почему оно должно изменяться? Ведь во все времена и педагоги, и родители, и общество стремились к тому, чтобы получить, ну, не просто человека идеального, да, но человека, который бы приблизился по своим каким-то характерным чертам, параметрам, да, вот к этой идеальной личности. Поэтому гармонично развитая личность всегда во многие времена являлась идеалом, к которому стремились и стремились воспитывать таким образом детей. Поэтому по своей природе воспитательный процесс, он, конечно же,
носил и носит многофакторный характер, поскольку необходим человек многосторонне развитый. Воспитание является очень длительным достаточно и долговременным, и по существу непрерывным процессом, который продолжается не только в детском саду, не только в школе, не только как бы вот там в институте или в колледже, да. Процесс воспитания продолжается всю жизнь. Кто из нас сейчас не признает того факта, что он занимается самовоспитанием на протяжении всей жизни, по сегодняшний день? Я считаю, что это совершенно нормально, и не нужно останавливаться, работать над собой, совершенствовать себя и так далее. Это совершенно замечательные характеристики человека. Человек, значит, развивается, не стоит на месте, развивается. Собственно, мы это и должны воспитать в ребенке, чтобы он воспитывал себя всю свою жизнь. Чтобы он не просто научился отделять хорошее от плохого и так далее, да? Чтобы он научился выделять себя из того состояния, которое есть, и вести к тому состоянию, которое бы он хотел получить, более достойному, более высокому, более идеальному. Что в себе заключает содержание воспитания? Ну вот, с философской точки зрения, содержание, будучи определяющей стороной целого, оно представляет единство всех составных элементов объекта, его свойств, внутренних процессов, связи, противоречий, тенденций и так далее. Содержание воспитания отражает в единстве его общую цель, задачи и стороны. В целостном педагогическом процессе все эти составные элементы воспитания реализуются в его результатах. Знание ожидаемых же результатов, оно позволяет воспитателям рассматривать их как возможные критерии оценки эффективности каждой стороны воспитания. Какие же виды воспитания вообще существуют, да? Как они классифицируются и как они определяются? Давайте с вами поговорим о разных, скажем так, видах, направлениях воспитания. Какое оно должно быть? Ну, мы тоже, в общем-то, наверное, еще из педагогических вузов с вами помним кое-что, но тем не менее давайте вспомним. Итак, ну прежде всего умственное воспитание, да, мы говорим интеллектуальное воспитание. Интеллектуальное воспитание несколько иное. Давайте вспомним умственное воспитание. Умственное воспитание – это владение системой научных знаний о природе, обществе, человеческом мышлении. Также к умственному воспитанию относится сформированность мировоззрения воспитуемых, да, то есть это определенный, скажем так, взгляд мировоззренческий. Да. Также к умственному воспитанию относится развитие умственных сил и способностей, насколько ребенок способен к мыслительной деятельности, да, к оценке этой мыслительной деятельности и так далее. Также сюда относится развитие диалектического, логического, абстрактного, эвристического, системного мышления, владение интеллектуальными умениями и мысленными операциями, то есть анализом, синтезом, доказательством, сравнением, обобщением, классификацией. И то есть умственное воспитание, другим словом, это умение ребенка оценивать окружающую действительность, давать какие-то команды для собственного развития посредством вот этой вот мыслительной деятельности, развиваться таким образом, да, и становиться более развитым. Это умственное воспитание. Это не умственная способность, а умственное воспитание. Способности могут быть у всех разные, да, но усилия над умственным воспитанием, они, конечно, могут быть одинаковыми, да. Следующее воспитание, которое мы, в общем-то, тоже рассматриваем, это нравственное воспитание. Ну вот всегда ли умный человек нравственен?
На этот вопрос мы попробуем ответить чуть позже. А вот что же такое нравственное воспитание? Это знание и понимание закономерности общественного развития, идейность и гражданственность, нравственная культура, убежденность и социальная активность, патриотическое сознание и поведение. Ну вот, я думаю, что эти характеристики нравственного воспитания, они очень нам знакомы, и я вот когда говорю об этом, еще раз вижу перед собой федеральный государственный образовательный стандарт и требования, да, требования, к, предъявляемые к результатам обучающихся. Да, нравственное воспитание там очень четко и ярко отражается, что мы должны помочь сформировать ребенку. Еще одно воспитание, один вид воспитания, который нам достаточно известен, это трудовое воспитание. Что такое трудовое воспитание, которое мы, в общем-то, тоже, уважаемые коллеги, как-то опустили, и сегодня у нашей молодежи в большинстве своем сформировалось, скажем так, негативное отношение к человеку труда, именно труда какого? Не интеллектуального, как мы называем, да? То есть если он работает на земле, если он пашет, сеет, убирает, то это, извините, недостойно как бы нормального, да, такого вот российского человека. Вы посмотрите, у нас иностранцы нам сеют, сажают овощи, убирают их, перерабатывают, а мы сегодня все вот такие вот умные и воспитанные, но вот не во всем, видимо. Итак, трудовое воспитание – это глубокое уважение, готовность к добросовестному труду на общее благо. Вот прям вот эти вот слова сейчас читаю с экрана и думаю, да, а вот насколько мы смогли сформировать это в наших детях, да, смогли им сформировать в себе. Наверное, мы многое сделали для того, чтобы у них как бы не было вот этого вот отношения добросовестного труда на общее благо. У нас как-то больше сформировано добросовестный труд на благо себя. И причем вот здесь вот оговаривается, будь то труд умственный или физический. Также активное отношение к труду, культура и дисциплина труда. И здесь у нас тоже пробелы большие. Инициатива и творчество в труде, предприимчивость и деловитость, уважение к людям труда. Коллеги, педагоги, давайте вспомним, что мы должны воспитывать у наших детей уважение к людям труда, и к дворнику, и землекопу, и всем. Вот посмотрите, у нас ведь как долгое время это воспитывалось. Будешь плохо учиться, пойдешь вон траншеи копать, да, будешь плохо учиться, в армию пойдешь. Но, слава богу, с армией как-то немножечко разобрались, да, а вот еще раз говорю, работать на земле не хотим. Наши дети бегут, и все, не потому что там слабая инфраструктура, а потому что там ее не для кого развивать. Поэтому нам нужно возвращаться именно к этим истокам и воспитывать уважение к людям труда в наших детях. Также стремление к товарищескому сотрудничеству. Ну, тоже, наверное, вопросы сегодня существуют. Готовность к свободному и сознательному выбору профессии. Ну да, тоже у нас юристы, экономисты, и зачастую не по желанию ребенка, а по желанию родителей. Нетерпимость к тунеядству, праздному образу жизни, рвачеству, стяжательству, вещизму. И сразу у меня перехватило дыхание, нетерпимость к тунеядству, праздному образу жизни. Нет, наша молодежь сегодня хочет жить праздно, хочет мало работать и много зарабатывать, хочет шопинговать, да, то есть вещизм все-таки развивать. Поэтому к нам, уважаемые коллеги, вопросов тоже очень и очень много. Как исправить эту ситуацию?
вопросы остаются. Еще один вид воспитания – это экономическое воспитание. Это знание экономических закономерностей общественного развития, экономическое мышление и поведение, экономические потребности и интересы, экономические осознанные отношения к труду, к природной среде, к учебникам, продуктам питания, умение соизмерять личные потребности с экономическими возможностями их удовлетворения, рациональная организация бюджета времени, сформированность экономии и бережливости. Я скажу только об одном, да, по поводу экономического воспитания. Наши дети хотят все сразу и все сейчас. Большинство наших детей. Это неплохое желание, да, но они, скажем так, не всегда готовы это все и реализовать самостоятельно. Поэтому очень часто они считают, что им кто-то что-то должен. Наверное, это тоже и пробелы в семейном воспитании, и в работе педагогов. Экологическое воспитание. Ну, экологическое воспитание тоже, в общем-то, не ново. Экологическая культура, которая включает в свои неведущих идей основных научных понятий и так далее и тому подобное. Я скажу лишь одно. Экологическое воспитание очень хорошо сейчас проявится летом, да, особенно летом. Почему? Потому что не выпадают осадки, не прикрывается вот эта вот грязь, да. Вот сейчас вот наша молодежь выйдет на пляже, да, в зоны отдыха, и не только молодежь. И вот оно, экологическое воспитание, прямо будет перед глазами. Ну и, конечно, вот этот маленький очень процент людей, да, которые, скажем так, становятся волонтерами, просто выходят на берега, убирают этот мусор, еще кто-то. То есть вот оно, наше экологическое воспитание, экологическое сознание, которое сформировано в нескольких поколениях. Я тоже живу, например, в частном секторе и, извините, чуть ли не ежедневно наблюдаю вот это вот экологическое воспитание наших детей. До мусорки донести мусор сложно, да, можно его вообще не нести, а выбросить из окна, можно еще что-то. Разве к нам нет вопросов, уважаемые педагоги? Конечно же, есть. Это не только к семье. Конечно, мы можем говорить, что у нас кто-то третье лицо виновато, да, виноваты заводы, то, что там они засоряют атмосферу, воздух и так далее. Виноваты какие-то хулиганы, наверное, которые прилетели с Марса и, простите меня, упражняются в наших подъездах, да, и виноваты еще какие-то непонятные существа, которые по улицам разбрасывают элементарные бумажки. Поэтому вот, вот он, наш результат нашего экологического воспитания. Но сейчас, конечно, надо отдать должное, я преклоняюсь перед этими людьми, опять же, которых не уважает большинство наших сограждан, и в том числе молодых людей, да, которые сегодня стараются делать улицы наших городов, поселков и других населенных пунктов чистыми. Я вот еду с утра на работу и вижу, как люди уже вдоль дорог собирают все то, что выброшено из окон, выброшено из карманов, из сумок и так далее. И летает с помощью ветра. Это экологическое воспитание, правовое воспитание. Правовое воспитание – это правовая культура, которая складывается из правосознания, соответствующего ему правомерного поведения. Это правовые ориентации, как готовность личности к сознательному соблюдению правовых предписаний и норм, к выполнению гражданских обязанностей, осознаваемых как общественные и личностные ценности, глубокое уважение к законам и правилам, готовность исполнять закрепленные у них требования, активно участвовать в предупреждении правонарушений. Ну, в последнее время, конечно, сдвиги есть в правовом воспитании наших молодых людей, да, нашей молодежи, но, на мой взгляд, они еще не настолько явно проявляются, и, видимо, нам есть над чем подумать в плане педагогической деятельности, направленной в адрес правового воспитания. Мы всегда должны помнить, что правовым воспитанием должны заниматься не только учителя истории права, общества знаний. Правовым воспитанием должны заниматься все педагогические работники. Еще одно воспитание – это эстетическое воспитание. Это система знаний, представлений, понятий и так далее. То есть восприятие красоты, понимание красоты, да, и
осуществление своей деятельности, ну, не с помощью, да, а в каком-то таком эстетическом поле. Но здесь как-то более-менее, в общем-то, нормализуется ситуация, да? Но тем не менее, конечно, необходимо еще и доработки и посмотреть на содержание образования и пересмотреть, наверное, какие-то воспитательные моменты, как то больше приучать наших детей к высокому искусству, да, к высокой культуре, ну, а к субкультуре они как-то, наверное, и без нас подойдут. Но тем не менее разъяснять относительно субкультуры, да, разъяснять, общаться, да, делать правильный выбор мы должны. Физическое воспитание. Ну, с физическим воспитанием у нас сейчас обстоят дела, на мой взгляд, лучше всего из всех видов воспитания. Да, это не только третий час физкультуры. Это сегодня, например, такая тенденция в среде молодых людей, как мода на здоровый образ жизни. Я это всячески поддерживаю, приветствую. И здесь я смотрю, что и педагоги тоже стали, скажем так, оздоравливаться, да, и вместе с детьми ходить не только в походы, а ходить в тренажерные залы, там, ходить на катки и так далее. Я знаю, как вот, например, у нас в Волгограде классные руководители с целым классом, с детьми на каток встают, на лыжи и так далее. Это замечательно, это здорово. Ну и, конечно же, опять же, физическое воспитание должно идти не только на уроках физкультуры, но оно должно вообще идти отовсюду. Вот такие виды воспитания. И мы понимаем, что нельзя дробить какой-то вид воспитания и воспитывать этому на своем уроке или предмете. А что тогда во внеурочной деятельности? А во внеурочной деятельности, и как и в урочной, мы просто должны воспитывать детей, образовывая, да, и не делить воспитание по направлениям, да, а, скажем так, брать, да и комплексно, целостно воспитывать наших детей. А вот эта градация по видам, да, это просто для того, чтобы разрабатывать наиболее эффективные методы, приемы, методики, технологии воспитания и осуществлять это потом в педагогической практике. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению цели образования, она может быть представлена следующим образом. Вот вопрос о воспитании – это вопрос не только о средствах и методах воспитания, но и вопрос вообще о ценностях. Это вопрос о нормах и правилах, которые человек воспринял и которыми руководствуется на протяжении всей жизни. Это в значительной мере вопрос о том, что человек понимает под словами «хорошо» и плохо, вопрос о добре и зле. То есть, что такое образованный человек и может ли он быть воспитанным или невоспитанным? Давайте, коллеги, посмотрим еще один. В нашем обществе увеличилось число образованных хамов. Как добиться того, чтобы образование и воспитание шло рука об руку? Дело в том, что образованные хамы – это действительно так. Мы даем человеку, ребенку даже, начиная с малых лет. Мы его не обучаем правилам поведения, мы его не воспитываем, мы его образовываем. Мы даем ему образование, не воспитание. В итоге получается, что люди заканчивают школу, колледж, университет, даже и дальше идут учиться. И они, в принципе, конечно, не воспитаны. То есть не то, что они не умеют правильно вести себя просто в обществе. Невоспитаны в том, что они не знают, как правильно интегрироваться с людьми на основании законов природы. То, чтобы принесло им четкую пользу. И хамы, от которых вы говорите, это просто люди, которые так поступают, потому как это принято, может быть, в вашем обществе. То есть все общество надо воспитывать. И воспитывать его буквально с неандертальского, наверное, уровня. Но я поэтому не называю, откуда я получил это письмо. А, в общем, проблема, конечно, воспитания, она огромная. У нас растут дети, и они совершенно не
не знает, как себя вести в этом мире, что от него можно требовать, а что нет, каким образом, что, какое место у ребенка в этом мире, у взрослого человека. Он ничего не знает. Он знает только, вот его научили каким-то примитивным там знаниям, и дальше он идет учиться, приобретает какую-то специальность, но он остается действительно диким человеком. И это, лепить человека из него не лепят, а только лишь делают какого-то специалиста. Да потому что те люди, которые руководят нами, им больше ничего и не надо. Их больше до сегодняшнего дня от нас ничего и не интересовало получить. Вот только сейчас возникает эта проблема серьезная. Но мы-то с вами, родители, должны об этом как-то задуматься. И понимать, что детям надо воспитание, а не образование, в первую очередь. Образование они могут получить на каких-то курсах, экстерном, неважно как, даже не ходя в эту школу, в которой они находятся под таким давлением, под такими вообще страшными отношениями с другими. Лучше вообще. И то, что сейчас практикуется все больше в мире, домашнее воспитание, домашнее образование. Для этого нам надо до каждого дома суметь донести нашу систему, и чтобы человек мог подключаться к нам и сам, и своих детей суметь воспитать в интегральном соотношении со всем миром, тогда точно будет им хорошо. Ну, мы с вами уже говорили о том, что личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов, объективных, субъективных, природных, общественных, внутренних, внешних и так далее. Да? При этом сам человек не пассивное существо, и он выступает как субъект своего собственного формирования и развития. Вот знаниями мы напичкали, да, манерами и поведением, какими-то поведенческими ролями тоже. Но стал ли этот человек образованным, воспитанным, еще вопрос. Так вот, что такое за понятие воспитания в педагогике? Это одно из ведущих понятий, да, и поэтому мы здесь неразрывно объединяем с процессом обучения. И это понятие, оно употребляется достаточно в широком, а иногда в очень узком смысле. Таким образом, воспитание в широком смысле, оно рассматривается как общественное явление, да, как воздействие общества на личность. Вот если мы, например, посмотрим на наше общество 9 мая, да, вот эти вот бессмертные полки в практически не просто во многих городах, да, практически во всех населенных пунктах Российской Федерации, и мы можем сказать, что наше общество воспитанное. Но опять же, если мы посмотрим на какие-то моменты, которые, вот, скажем так, проявляются в нашем обществе, да, и среди молодежи, среди взрослого населения, то мы можем сказать, какое невоспитанное там общество и так далее, или какой невоспитанный, какая невоспитанная семья, какой невоспитанный человек. Ну вот воспитание в узком смысле оно рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитанников по реализации цели образования в условиях педагогического процесса. Поэтому вот мы здесь тоже в педагогическом процессе должны смотреть не так вот в общем, да, а смотреть в узком смысле и видеть вот все вот эти вот проблемные места и стараться не просто их нивелировать, сгладить, да, а стараться их откорректировать, стараться их изменить в наших детях. И здесь деятельность педагога в этом случае называется воспитательной работой. Виды воспитания, они классифицируются по разным основаниям. Ну, скажем так, наиболее обобщенная классификация включает в себя, ну вот уже говорили, это умственное, нравственное, трудовое, физическое воспитание. И в зависимости от различных направлений воспитательной работы в образовательных учреждениях выделяют еще и иные виды
воспитание. Какое это воспитание? Гражданское, политическое, интернациональное, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое, экономическое воспитание. По институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, конфессиональное, то есть религиозное, воспитание по месту жительства, то есть общинное, да, это называется в американской педагогике, воспитание в детских, юношеских организациях, воспитание в специальных образовательных учреждениях и так далее. Надо сказать, что еще воспитание разделяется по стилю отношений, между воспитателями и воспитанниками. И здесь различают авторитарное, демократическое, либеральное или свободное воспитание. В зависимости от той или иной философской концепции выделяют прагматическое, аксиологическое, коллективистское, индивидуалистическое и другое воспитание. Целенаправленное управление процессом развития личности, оно, конечно же, обеспечивает научно-организованное воспитание или специально организованную воспитательную работу. Мы говорили о том, что это научно-организованная педагогическая деятельность. Там, где есть воспитание, учитываются движущие силы развития, возрастные и индивидуальные особенности воспитуемых. Здесь также используются положительные влияния общественной и природной среды. Ослабляются отрицательные и неблагоприятные воздействия внешней среды. Достигаются единство и согласованность всех социальных институтов. И ребенок, еще раз говорю о том, что раньше оказывается способным к самовоспитанию. То есть ребенок способен заниматься самовоспитанием. Вот чем более процесс воспитания организован педагогом, тем раньше ребенок начинает воспитывать себя. Современные научные представления о воспитании сложились в итоге длительного противоборства ряда педагогических идей. Давайте немножечко сделаем отступление в историю. Вот уже в период Средневековья сформировалась теория авторитарного воспитания, которая в различных формах продолжает существовать в наше время. И вы знаете, вот мне, например, очень часто приходится наблюдать вот такую картинку, да? Мама, вроде бы хорошая, милая такая, молодая мама. «Я тебе что сказала?» И подобное я наблюдаю, приходя, например, в свою гимназию, да, и вроде бы хороший педагог, но вот этот вот авторитаризм, да, я сказала, и будет только по-моему, вот это пока еще из нас никуда не выколотить. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий педагог Герберт. И, видимо, эти педагоги наши современные в свое время начитались трудов этого Герберта, да, и никак от этой теории отойти не могут. Что делал Герберт? Он сводил воспитание к управлению детьми. И цель этого управления – подавление дикой резвости ребенка, который кидает его из стороны в сторону. И он включал в это понятие управление ребенком, определяет его поведение в данный момент и поддерживает внешний порядок. То есть вот мы называем «сглаживаем углы», приказали, сказали, все, упал, отжался и не иначе. Приемами управления детьми Герберт считал угрозу, надзор за детьми, приказание и запрещение. Это сегодня сидит во многих современных педагогах, родителях и так далее. Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникла теория свободного воспитания и выдвинул ее Жан-Жак Руссо в свое время. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное развитие ребенка. Эта теория, она также нашла своих последователей в различных странах мира, как теория стихийности и самотека воспитания. Она оказала определенное влияние и на отечественную, на нашу педагогику. Да, мы знаем, что есть такие подходы, такого стихийного воспитания не мешать развиваться нашим детям. Но хорошо это или плохо, я не буду сегодня говорить, но вот опыт лучших учителей педагогических коллективов и основополагающие документы 20-х годов ориентировали педагогов на гуманизацию воспитания детей, на развитие их самостоятельности и самоуправления.
То есть смотрите, коллеги, почти 100 лет назад говорилось о тех же направлениях воспитания, о которых мы говорим и сегодня. И надо сказать, что тогда интенсивно развивалась педагогия, которая давала всесторонние сведения о конкретном ребенке, что, в общем-то, создавало условия для дифференциации обучения и воспитания. Как это похоже спустя 100 лет на сегодняшнюю ситуацию в образовании? Устремления воспитательных учреждений тех лет вызывали восхищение и привлекали внимание всего мира. Но коммунистический расцвет советской педагогики продолжался недолго. С усилением тоталитарной государственной системы в практике воспитания постепенно начали преобладать жесткая регламентация и контроль за сознанием растущего человека, подгонка его как бы к заданным шаблонам, клише и авторитаризм педагогов. Опять вернулись к авторитарному стилю. Ну, так же просто, да, управлять и внешнюю благополучность, скажем так, выстраивать. Преодоление этих недостатков, конечно, требует разработки гуманистической концепции воспитания. Образовательный процесс, который усилиями сотен и тысяч педагогов строится сегодня в учебных заведениях России, как и жизнедеятельность россиян в целом, реализуется в сложной и во многом противоречивой ситуации. Мы сегодня еще, вот, скажем так, мечемся из стороны в сторону, не только наши дети, поэтому, конечно, это отражение мы видим и в нашем обществе. Надо сказать, что изменение общественного строя в стране, оно привело к обострению социально-экономических проблем. Ученые отмечают, что нарастают тенденции социальной, региональной, этнической и конфессиональной дезинтеграции общества. Возрастает степень его криминализации, растет безработица. И значительная часть молодежи подвергается опасности, скажем так, такого вот социального поведения, да, опасности стать наркоманами, еще кем-то, снижается уровень психического, физического здоровья молодого поколения. Все чаще мы говорим о бездуховности молодежи. Что может быть реально противопоставлено этим негативным тенденциям? Какие цели выбирать? Благородные, но не легкие, или сомнительные, но зато легко достижимые? Как сохранить идеалы в наше непростое время? От того, как решит эти вопросы сам педагог сегодня, да, зависит его способность воспитать ребенка. Поэтому воспитание других надо начинать с воспитания самого себя и с выработки своей системы ценностей. Уважаемые педагоги, сегодня невозможно реализовать ни федеральные стандарты, ни профессиональные стандарты, не перевоспитывая себя, педагогическое сознание, человеческое сознание, свои ценностные установки проревизировать необходимо. Ну а ориентиры, они действительные для любых условий и стран, точнее это вектор, который укажет правильное направление поиска, и этот вектор всегда есть. Это общечеловеческие ценности, которые, в общем-то, не надо сочинять заново, да, они хорошо изложены в Декларации прав человека, нормы и принципы в Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации, Закон об образовании Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт. Там все очень красиво и все очень правильно написано. Самое главное научиться это не просто просматривать, прочитывать. Необходимо это изучать и осознавать. Осознавать роль этого всего в своей личной жизни. Ну и, конечно, далее реализовать это для воспитания детей. В сложившейся в России в конце 20-го столетия ситуации практически каждый человек, а тем более педагог или тот, кто готовил себя к педагогической деятельности, вынужден был сам нарабатывать и постигать нормы и правила поведения в социуме. Помните вот этот вот, скажем так, конец прошлого века, да, когда рухнула страна, когда рухнули все ценности. И корни и фундамент, к счастью, у нас сохранены благодаря многовековой российской культуре. Но давайте вспомним. Лосев и Достоевский, Бердяев и Гумилев, Пушкин и Толстой. Это далеко не полный перечень тех, кто оставил нам, россиянам, бесценное наследие, прибегнуть к которым сегодня самое время. Надо просто вернуться к хорошо забытому старому. И сегодня, конечно же, тоже, кроме этих авторов, существуют новые концепции воспитания, которые разработаны отечественными учеными и практиками
последние годы. Это работа Евгения Васильевна Бондаревская, я ее просто обожаю, умница, и дай Бог ей здоровья еще долгие годы, хотя уже она в таком возрасте, тем не менее, она не перестает обогащать педагогов своими идеями, концепциями, методами, да, ну просто вот читайте все Евгению Васильевну Бондаревскую, ее культурологический подход в образовании, который также соответствует личностно-ориентированному образованию. И я думаю, что здесь очень многое в сознании педагога изменится. Также это работы Ильинского, Толончука, Краковского, Бабочкина, Селивановой, Новиковой. Ну и, конечно же, такие концепции, как личностно-ориентированное образование, да, личностное парадигма образования и так далее. Те концепции, которые направлены на развитие личности человека. Ну и на сегодняшний день главными целями воспитания является формирование гражданина. Личности, способной полноценно жить в новом демократическом обществе и быть полезной этому обществу. Ну и поэтому персональный выбор человека, решившего профессионально заниматься воспитанием подрастающего поколения, является ответственность и благородство поступков. Понятие воспитания и его взаимосвязь с понятием социализации можно, скажем так, представить следующим образом. Вот обучение – это один из элементов педагогического процесса. Вторым же важнейшим элементом выступает воспитание. Оба эти процесса, они представляют собой процессы целенаправленного влияния на ребенка. Да? То есть при взаимодействии мы все равно оказываем это влияние. Воспитание способствует социализации ребенка в реальном мире и представляет собой один из путей ее осуществления. Это ключевой, основной элемент социализации, так как именно воспитание дает возможность ребенку быстрее освоить комплекс наиболее значимых для общества ценностей и норм. Как говорилось выше, наверное, процесс социализации может быть и стихийным, и может быть целенаправленным. Стихийное знакомство и присвоение ребенка социальных норм происходит в то время, когда, например, ребенок играет со сверстниками во дворе, да, или, например, на перемене, смотрит телевизор, может быть, видео, самостоятельно читает, а может быть, просто сидит и самостоятельно размышляет. Процесс же целенаправленного влияния на ребенка с целью освоения им социальных норм, он происходит либо в семье и школе, да, и либо вот в такой вот педагогической ситуации, и этот процесс называется воспитание. Воспитание – это процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. Поэтому в литературе очень часто описывается процесс самовоспитания. Ведь самовоспитание, оно также представляет собой процесс целенаправленной социализации. Вот если мы воспитываем, да, мы помогаем, скажем так, становлению социализации ребенка, а вот если ребенок сам себя воспитывает, то это процесс целенаправленной внутренней социализации ребенка, и это лучшее, что может быть в развитии личности ребенка, именно его воспитательном аспекте. В этом случае ребенок сам оказывает влияние на свои действия. И обычно самовоспитание есть результат и продолжение процесса воспитания. Вот сегодня для того, чтобы отвечать требованиям в ГОС, да, собственно, вот именно таким воспитанием мы с вами должны заниматься. В чем заключается специфика воспитания? Развитие человека, оно требует организации двух взаимосвязанных процессов, мы уже говорили, да, это и обучение, и воспитание. И эти два процесса имеют вообще-то различные задачи, поэтому пересекаясь друг с другом, а иногда даже совпадая по времени, например, на уроке, да, и обучаем, и воспитываем, они принципиально отличаются друг от друга методами и формами организации. Поэтому мы сегодня, уважаемые коллеги, на уроке должны использовать, на уроке в соответствии с требованиями ГОС, да, мы должны использовать
формы и обучения, и формы воспитания, методы и обучения, и методы воспитания. И в настоящее время вот такие формы, методы, технологии, они, конечно, существуют, но не всегда применяются сегодняшними педагогами. Бытует мнение, что воспитание как отдельный элемент педагогической работы учителя вовсе и не нужен. Да? Я сегодня обучаю математике, там, решение каких-то задач. Ну, при чем тут воспитание? Ну, не буду я сегодня воспитывать, я сегодня буду только вот обучать, как нужно решать эти задачи. Но когда идет такое отторжение, да, процесс воспитания в работе педагога, эти педагоги сейчас ссылаются на то, что, ну, вообще, скажем так, каких-то таких вот четких установок, да, на государственном уровне, на федеральном уровне нет. Есть, уважаемые коллеги, есть, и они звучат в требованиях федеральных государственных образовательных стандартов. Следовательно, сегодня мы должны этому уделять не меньше, по крайней мере, внимания, чем предметным знаниям. И мы сегодня знаем, что сегодня необходимо, чтобы ребенок достиг результата и предметные, да, получил предметные результаты, и метапредметные, и личностные. Поэтому я уж теперь не знаю, где больше нужно и чего, да, воспитание или обучение. Ну и, конечно, учитель, организуя воспитание, он создает определенные рамки, в которых деятельность учащихся приветствуется им и поддерживается. Но тем самым может быть возможно торможение других сторон, да, например, индивидуальности ученика, который имеет тоже такую вот негативную направленность. Иными словами, учитель в ходе процесса воспитания целенаправленно развивает социально ориентированные элементы индивидуальности ребенка. Ну и надо сказать, что развитие вот этих новых экономических механизмов в России, они, конечно же, предъявляют каждому человеку более жесткие требования в отношении уровня образованности, в отношении умения вписаться в окружающую среду, умения общаться с окружающими, то есть к тому, что мы сегодня называем воспитанием. Ну вот другая группа педагогов, например, пытается утверждать обратное. Ну, они утверждают, что воспитание необходимо, но оно уже как бы заложено в обучении, поскольку обучение носит воспитательный характер. Ну и, следовательно, специально организовывать его нет никакой необходимости. По мнению этих педагогов, ни в какой особой воспитательной работе, кроме обучения, школа не нуждается. Да, есть у нас такие коллеги, которые утверждают это. Ну а методика преподавания, методика подачи учебного предмета, она не всегда может заключать в себе воспитательные задачи. В некоторых случаях воспитательная область – это область чистого воспитания, совершенно отдельная сфера деятельности педагога. Она имеет свои задачи и логику, которые являются сравнительно независимыми от задач и логики обучения. Обучение. Обучение, оно строится, ориентируясь в основном на освоение обучающимся основ различных наук. Воспитание же, оно связано со своим ребенком тех норм поведения, которые сложились в обществе, ну а также с формированием личностных черт и качеств. Можно наблюдать в жизни, когда у иного человека есть определенные знания и умения, но не хватает воспитанности, например, страдает культура отношений или что-то еще. Учащийся может хорошо, например, решать задачи по математике, но тут же грубо отвечать своим одноклассникам и так далее. Как видим, обученность и воспитанность – это далеко не одно и то же. Обучение и воспитание имеют и ряд общих черт. И можно говорить не только о взаимосвязи этих двух процессов, но и о их взаимопроникновении друг в друга. Прежде всего, нужно отметить, что воспитание так или иначе включает в себя элементы обучения. Взрослый, прежде чем требовать от ребенка освоения норм поведения, он рассказывает о них и о необходимости их придерживаться. То есть он передает ребенку знания о данных нормах, то есть он вначале его обучает. А вот затем, когда учитель помогает ребенку накопить индивидуальный опыт управления своим поведением и, например, проигрывает одну и ту же ситуацию несколько раз, он помогает ученику выработать новые навыки поведения.
В обоих случаях мы имеем дело с обучением, в ходе которого идет освоение ребенком модели поведения в данной ситуации. А другая сторона единства обучения и воспитания, она состоит в том, что стиль общения и методы организации обучения заключают в себе большой воспитательный потенциал. Обучение представляет собой важнейшую форму организации совместной деятельности учащихся и их общения с педагогами и друг с другом. Оно помогает раскрывать нормы и правила наиболее продуктивного нравственного поведения. В процессе деятельности и общения, если оно умело организуется, учителя, например, имеют возможность оказывать воспитательное влияние на школьников и учат соотносить свои действия и поступки с требованиями классного коллектива и закаляют как бы их волевые качества. И, конечно, очень много общего обучения и воспитания образуется в подходах к организации педагогического процесса. Совпадают некоторые методы работы. К примеру, в системе как учебной, так и воспитательной работы очень широко используются такие методы, как методы объяснения, контроля и так далее. А именно, формирование обучающихся потребностей в выработке того или иного качества, овладение учащимися знаниями о личностных качествах и формирование умений, навыков и привычек поведения. Все эти этапы, они осуществимы только при включении обучающихся в различные виды и формы активной деятельности. Для решения задач, стоящих на каждом из этих этапов, педагог организует какое-либо дело, да, и прикладывает усилия для включения в него обучающихся. Только включив учащихся в деятельность, учитель может добиться успешного решения задач, стоящих на данных этапах. Воспитание, как говорилось ранее, да, вот, есть относительно самостоятельный процесс, имеющий ряд своих особенностей. Во-первых, необходимо уяснить, что воспитание – это процесс целенаправленный. Основным ориентиром воспитания служит общественная направленность. А воспитание становится эффективным тогда, когда педагог специально выделяет цель воспитания или модель, к которой он стремится. Наибольшая эффективность здесь достигается в том случае, когда цель воспитания известна и понятна воспитаннику, и он соглашается с ней, принимает ее и, собственно, делает ее как бы своей. Во-вторых, процесс воспитания – это процесс многофакторный. При его осуществлении учитель должен учитывать и использовать огромное количество объективных и субъективных факторов. Личность подвергается воздействию множества разнохарактерных влияний и не только. Многофакторность, она объясняет эффект неоднозначности результатов воспитания. Очень часто получается так, что в одних и тех же условиях результаты воспитательных воздействий могут существенно различаться. Чем больше по своему направлению и содержанию совпадает влияние учителя и объективных условий, тем успешнее идет процесс воспитания. Ну и в-третьих, огромную роль здесь воспитание играет, конечно, личность педагога. Здесь я даже не буду говорить об этом, мы сами все это прекрасно видим, знаем, понимаем. Это говорит о том, что воспитание как педагогическая деятельность в целом является искусством. Да, если мы говорим, что обучать это искусство, значит, педагогического мастерства, то и воспитывать это тоже искусство. В-четвертых, воспитательный процесс, он характеризуется отдаленностью результатов от момента непосредственного воспитательного воздействия, и воспитание не дает вот сразу сиюминутного мгновенного эффекта. Вот если, например, мы научили решать задачу, да, у нас эффект сразу может выйти. А вот если мы воспитываем, то эффект может получиться не сразу. Его результаты не так ясно ощутимы, не так быстро обнаруживают себя. Но между началом педагогического воздействия и устойчивым проявлением воспитанности порой может лежать длительный период. И даже при четкой организации воспитательного процесса в школе рассчитывать на быстрые успехи нельзя. Мы работаем на длительное проявление тех усилий по воспитанию ребенка, которые осуществляет педагог. В-пятых, особенностью воспитательного процесса выступает его непрерывность.
Нельзя на одном уроке воспитывать, на другом только обучать. Воспитание, осуществляемое в ходе педагогического процесса, это процесс систематического взаимодействия воспитателя и воспитанников. Одно мероприятие, каким бы оно ярким ни было, не способно сильно повлиять на поведение ученика. Для этого, конечно же, необходима система регулярных педагогических воздействий. Если же процесс воспитания не регулярен, и идет от случая к случаю, как мы это называем, да, одно воспитательное мероприятие, другое воспитательное мероприятие, а что между ними? То здесь воспитателю постоянно приходится заново закреплять то, что уже осваивалось с учеником, а затем забылось. При этом педагог не может углублять и развивать свое влияние или вырабатывать какие-то новые устойчивые привычки. Успешно осуществлять воспитание педагог может только в том случае, если он постоянно придерживается определенных принципов. Мы с вами очень часто говорим о том, что педагогическая деятельность, она осуществляется только при условии, при наличии, да, и при опоре на определенные педагогические принципы. Принцип – это то, что педагог планирует, к чему стремится, это как бы путь, который позволяет педагогу привести детей к идеалу. Конечно же, различные педагоги выбирают различные принципы. Это обусловлено, собственно, их мировоззрением, их какими-то личностными особенностями, стилем общения, чертами характера. В основном эти принципы соответствуют духу сегодняшнего времени, в котором живет данный человек. Но принципы, на которые опирается педагог, они должны составлять определенную систему. От того, выбрал ли педагог взаимоисключающие или взаимодополняющие принципы, зависит эффективность его влияния на детей. Ну и вот какие же принципы, например, приносят наибольший успех воспитания? Ну вот наибольший успех воспитания дает система неких таких принципов, которые я привожу вам на слайдах. Это и формирование личностного стиля взаимоотношений ученика со сверстниками и педагогом. Психолого-педагогические исследования последних десятилетий показали, что воспитание первостепенное значение имеет знание воспитателям не столько возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, сколько учет личностных характеристик воспитанников. Личностные качества, они определяют ведущие человеческие характеристики, основные ценностные ориентации, от них зависят жизненные планы, идеалы, общая направленность деятельности, доминирующие мотивы поведения. Именно поэтому развитие личностных качеств является основой задачи воспитателя. Личностные качества обучающихся. Педагог должен в них не просто разбираться, он должен их знать, понимать, да, изучать особенность каждого ребенка. Второй принцип – это выдвижение систем положительных, то есть ближайших, средних и далеких целей. Но это умение целеполагания и это целеполагание воспитания. Психологи утверждают, что основной движущей силой развития ребенка, скажем так, тем ключиком, который бы позволял полностью включить его в деятельность и получить максимальный эффект, является мотивация. Мотивация – великое дело и в обучении, и в воспитании. Именно мотив заставляет ребенка во время выполнения заданий, например, на уроке там, или в игре полностью отключаться от других мыслей и вкладывать в это дело свою душу, переживать ситуацию. И здесь можно с уверенностью сказать, что тот педагог, который умеет собирать, да, пусть это образно в кавычках, но умеет собирать внимание детей, увлекать их перспективами предлагаемого дела, заинтересовывать их, формировать сильные стремления к деятельности, вот этот учитель является мастером своего педагогического дела. Формулирование мотива – это очень сложная задача. Чаще всего для того, чтобы сформировать мотив, недостаточно просто поставить перед ребенком одну или несколько целей и разъяснить их преимущества. Здесь наиболее действенным является выстраивание нескольких целей, да, перспективных линий развития, как говорил Антон Семенович Макаренко. И при этом каждая цель имеет свой масштаб. Здесь обязательным условием выступает взаимосвязь всех этих целей, их поддержка друг друга. Ближние, дальние, средние цели, они должны быть взаимосвязаны.
связаны. Мы должны сами владеть технологией целеполагания и научить этому наших детей. Они тоже должны владеть целеполаганием, иначе они не выстроят свою линию жизни. Еще один принцип – это создание положительного эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъема. Надо сказать, что в воспитательном процессе недопустима конфронтация или борьба воспитателя с воспитанником, что мы очень часто не просто делаем, но и проговариваем. Я борюсь с этим, борюсь, но ничего не могу получить. Не надо ни с кем и ни с чем бороться. Воспитатель должен бороться не с плохими качествами, которые есть у ребенка, а за хорошие качества, которые у него еще только будут. Вот за это побороться стоит. В этом основное отличие между учителем-ремесленником, да, отбывающим на уроках время, и мастером-педагогом, умеющим найти в детях хорошие. Недопустимо акцентировать внимание учащихся на их промахах и недостатках. Это тоже еще один принцип, который сегодня позволяет выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ. Мастера воспитания, они действуют наоборот, они выявляют и поддерживают отдельные положительные стороны обучающихся, формируют у них ощущение постоянного успеха, атмосферу эмоционального подъема. Вот в такой ситуации успешности ребенок будет слушать, прислушиваться к педагогу, да, будет, скажем так, более гибче, мягче в плане требований педагога к формированию определенных качеств. Спокойная и уверенная обстановка, где каждый занят своим делом, и где никто не мешает друг другу, где высокая организация труда и сам труд в радость, а отдых веселее радостный, да, он не может не оказать благоприятного воздействия и таким образом способствовать воспитанию и самовоспитанию в ребенке лучших его качеств. Еще один принцип – это воспитывать через взаимодействие. Мы сегодня говорим, что по-другому это не получится. И здесь основной задачей выступает развитие личностных качеств обучающихся. Эти качества проявляются в большей степени в ходе общения и взаимодействия ребенка с окружающими его людьми. Кристаллизация характерных для данных ребенка черт большей частью происходит в процессе взаимодействия со сверстниками. Вот там-то вот как раз такой вот процесс обучения, и педагог должен это обязательно использовать как ресурс в воспитательной работе с обучающимися. Активизация взаимодействия, она способствует ускорению процесса формирования личностных качеств. И это очевидно еще и потому, что активизация взаимодействия предполагает не столько увеличение времени, сколько изменение самих принципов взаимодействия. При этом шире используются групповые парные формы работы и формируются гуманные отношения в коллективе. Взаимодействие через группы, через пары и, самое главное, взаимодействие с помощью гуманных отношений в коллективе. Еще один принцип – это воспитывать через творчество. Воспитывать через творчество, как психологи утверждают, это все равно, что формировать какие-либо качества через деятельность. Да, вот там, пожалуйста, системно-деятельностный подход воспитывать через творчество. Это очевидно. Однако очевиднее другое. Деятельность тоже может быть разной. Одна воспитывает в ребенке способность стремления к созиданию, а другая приучает подчинение, выполнению заданного и, самое главное, вырабатывание отторжения и порой ненависти. Дети, например, на уроке труда, да, выполняют какую-то работу, да, после окончания урока все это комкается, да, и выбрасывается в мусорное ведро. Вот вам все процессы воспитания трудового и нравственного, и какого хотите. Поэтому, ну, здесь вот, конечно, воспитывать через творчество – это еще один потенциал формирования вот такой целостной, гармонично развитой личности, но именно через ситуации, когда ребенок понимает, что его деятельность востребована, его деятельность замечательна, она приносит не только ему успех, но и удовольствие от самого труда, да, и самое главное, что этой работой, скажем так, не просто восхищаются, может быть, просто положительно оценивают окружающие. Ну и, конечно, надо сказать, что творческая деятельность, она выступает средством
интенсивного развития интеллектуальных способностей и личностных качеств ребенка. Развитие творческих способностей выступает такой своеобразной гарантией того, что ребенок сможет ориентироваться и находить решения в нестандартных ситуациях и вопросах профессиональной деятельности. Ну и давайте поговорим немножечко о методах, которые применяются в воспитании. Ну вот в энциклопедическом словаре понятие метода определяется как способ достижения какой-либо цели, как способ действия. Отсюда метод воспитания – это способ действия воспитателя. Но воспитатель может действовать по-разному. Он может воздействовать на ребенка, и тогда маленький человек будет представляться ему мягким воском, а взрослый будет ждать от своего воздействия немедленного следа в поведении подопечного. Педагог может противодействовать, то есть искоренять что-то дурное в ребенке, бороться, да, с его представлениями, взглядами, привычками, комплексами. А может содействовать, значит помогать. Но еще педагог может взаимодействовать, то есть сотрудничать, действовать одновременно с ребенком, рука в руке. Ну вот, пожалуй, вот этот вот последний метод сегодня необходимо осваивать педагогам, иначе без этого метода мы с вами ни педагогических результатов не достигнем, не достигнут результатов наши обучающиеся, а именно тех личностных результатов, которые требуются по федеральным государственным образовательным стандартам. Во всех случаях действие воспитателя будет организовано разными способами. Почему? Да потому что цель – это вот то первое обстоятельство, которое определяет выбор метода. Но этого недостаточно. Поиск метода воспитателя происходит в связи с содержанием деятельности детей. Игра, например, потребует одних методов, разговор по душам других, приобщение к книге или к чтению третьих и так далее. И это еще не все. Метод воспитания несет в себе определенное средство воспитания, то есть явление окружающей действительности, которое, например, воспитатель подчиняет своему влиянию и использует в воспитании. По существу средства воспитания – это весь окружающий мир. Это природа, это искусство, это традиция, это различные деятельности, слово, книга, кино. Сам педагог – это средство воспитания тоже. Некоторые средства всегда по-другому. Ну, например, слово, да, или ваш внешний вид. Поэтому большая часть методов воспитания, они, скажем так, словесные. Да? Почему? Потому что ну, вот, слово, манеры и так далее, тональность, все это в слове, это есть средства воспитания. Есть средства забытые, малоупотребляемые в современном воспитании, как, скажем, например, природа. Древнейшее средство воспитания. Она воспитывала человека еще в глубокой древности, в дописьменный период развития цивилизации. Человек так глубоко ощущал, осознавал себя частью природы, что сегодня этот человек себя редко, скажем так, ощущает частью природы, он забыл. Мы же сейчас природу воспринимаем как чаще зону отдыха, да, поэтому воспитательных методов в этой области немного. Метод воспитания всегда зависит от конкретных особенностей ребенка и его социальной ситуации развития, что Лев Семенович Выгодский говорил, то есть от влияния на ребенка социальной среды и его отношения к этим влияниям. Поэтому есть методы, которые невозможно применить в воспитании дошкольников и, например, младших школьников, а есть такие, которые уже не нужны воспитателю старшеклассника. Ну и, наконец, метод воспитания всегда определяется личными профессиональными качествами самого воспитателя. Ну, здесь вот я еще раз говорю, говорить на эту тему можно бесконечно. Вы, вероятно, замечали, что есть педагоги, главный конек которых слово. Они артистически ярко говорят, прекрасные рассказчики, из них такие тысячи историй. А другие, напротив, они немногословны, но дети вокруг них как рой пчел. Что-то мастерят, что-то прилаживают, придумывают. Это очень важно. Это очень важно, чтобы метод воспитания был личностно одухотворен самим педагогом. И дети сразу чувствуют, от себя ли действует воспитатель, вкладывает ли он душу, ум, терпение в свое взаимодействие с ними, или выполняет формальную меру воздействия, а может быть пересказывает кем-то написанный текст. Ну вот, характеризуя методы воспитания,
нельзя не упомянуть приемы воспитания. Да? Это составная часть метода, один из его как бы кирпичиков, и он должен, скажем так, этот способ, да, быть настолько грамотно встроен вот в эту стену, да, которая вот станет фундаментом, опорой в жизни каждого человека. Ну, например, вот беседа с дошкольниками, которая длится всего 10-15 минут, строится как целая система приемов, то есть за 10-15 минут здесь, скажем так, используется несколько приемов, которые складываются в определенную систему, как бы один прием становится продолжением предыдущего. Здесь нужен прием яркого, например, начала беседы, чтобы дети заинтересовались темой. Нужны приемы обращения к их жизненному опыту, нужны приемы включения детей в разговор, нужны приемы для того, чтобы дети начали высказываться и соотносить свои представления с мнениями товарищей. Нужны приемы для организации вот этого диалога между детьми. Ну и, конечно же, нужны необходимые приемы удержания, переключения внимания, прием завершения разговора. Все это необходимо сегодняшнему воспитателю и педагогу. Поэтому без вот этого иного взгляда на процесс воспитания мы не получим того человека, того общества, о котором мы все с вами мечтаем. Мы мечтаем, чтобы детям жилось прекрасно, чтобы они были счастливы. Мы мечтаем о том, чтобы, скажем так, среднее поколение было самореализованным, да, чтобы получало удовольствие от жизни, чтобы были счастливы. Мы желаем того, чтобы наши подрастающие поколение было удовлетворено своим, скажем так, мудрым возрастом, да, и той жизнью, которую они проживают в этом мудром возрасте. Как всего этого получить? У нас так много с вами проблем, и эти проблемы нам необходимо решать в ближайшее время. И вот в завершение я хотела бы еще один ролик с вами посмотреть для того, чтобы у вас пошел эффект после действия, да, вот как нужно воспитывать, чему нужно воспитывать, что у нас сегодня, в чем проблема, может быть, что-то необходимо вспомнить. Ну вот Никита Сергеевич Михалков, на мой взгляд, здесь раскрывает суть воспитание, на которое нужно обратить современным педагогам. Thank you.
Никита Сергеевич закончил тем, что он не знает ответ. Ответ должны знать мы с вами, уважаемые педагоги, чему и как нужно воспитывать. Воспитывать нужно тому, что не нужно придумывать. Это называется мировые человеческие ценности. А вот для того, чтобы этому воспитывать наших детей, мы должны с вами, уважаемые коллеги, вспомнить эти ценности сами. И сами приоритизировать в нас о них, в каждом из нас, уважаемые педагоги, они есть, они присутствуют. И, как говорили, опять же, наши великие предки, секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. И воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней готовить. Начинаем воспитывать себя. И далее, я думаю, что у нас все получится. Таким образом, мы сегодня с вами поговорили о том воспитании, которое должно соответствовать сегодняшним условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов, но еще и поговорили о том, какие люди нужны обществу, какое общество нужно нам, чтобы, скажем так, доживать свой век. Мы хотим все лучшей жизни, а для того, чтобы эта жизнь наступила когда-нибудь, мы должны измениться. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Если, может быть, есть какие-то комментарии, вы тоже можете писать в чате. Может быть, если как-то невольно я спровоцировала на какие-то мысли неприятные, я прошу извинения, но моей задачей было то, чтобы мы чуть-чуть сдвинули с места свое устоявшееся педагогическое сознание и начали работу, серьезную работу по воспитанию себя сами над собой. Коллеги, вопросы, пожалуйста, задавайте в чате. Если у вас они возникают, пока я вам включу наше рекламное видео, и в этот момент вы тоже можете задавать. Уважаемые коллеги, вопросы. Предлагаем вам информацию о дополнительных возможностях, которые предоставляет для вас Международная академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академия Профобр. Подробно о них вы сможете узнать на сайте iafsu.ru. Вы сможете получить сертификат участника вебинара или конференции, вы можете посмотреть различные вебинары, вы можете принять участие в научно-практических конференциях, в том числе и прошедших, которые можно будет посмотреть в записи.
Вы можете пройти различные программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации или принять участие в конкурсах профессионального мастерства. Для того, чтобы получить сертификат участника вебинара, необходимо перейти на сайте на вкладку «Вебинары». Далее кликнуть на кнопку «Участие с сертификатом», «Заказать его». Сертификат придет вам в течение часа, если вебинар уже прошел. Если вебинар еще только предстоит, то сертификат придет на следующий день после его проведения. Сертификат вы получите PDF-файлом в электронном виде на свою электронную почту. Вы сможете бесплатно посетить вебинары нашей академии, если зарегистрируетесь до проведения вебинара или во время проведения вебинара. Для этого также на вкладке «Вебинары» необходимо кликнуть на кнопку «Бесплатное участие» и пройти регистрацию. Приглашаем вас для участия в наших конференциях. Научно-практические сетевые конференции в онлайн-режиме проходят у нас практически каждый месяц. Тематика конференции разнообразна. Вы можете посмотреть прошедшие конференции или принять участие в конференциях, которые только намечаются. В любом случае, вы можете получить сертификат участника конференции, материалы спикеров, а также их презентации. Совместно с Волгоградским филиалом образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования Международный славянский институт наша академия проводит профессиональную переподготовку. Количество и номенклатура программ постоянно обновляется. Заходите на сайт, выбирайте для себя подходящую для вас. Если вы затрудняетесь с выбором, с сайта можно проконсультироваться с нашими специалистами. Мы всегда вам помогаем. Также можно пройти повышение квалификации по различным программам, различной направленности и различным категориям педагогов. При этом возможно проведение программы повышения квалификации по заявке образовательной организации при наборе группы в 15 человек. Программы 36 часов и 20 человек, программы 72 часа. Консультации по телефону 8 844 2 60 17 19, добавочный 202, Проказова Ольга Геннадьевна. Либо можете проконсультироваться с нашего сайта iafsu.ru. И беспрецедентный проект нашей академии – это бесплатная дистанционная методическая поддержка ваших мероприятий. Она включает в себя подбор готовых вебинаров и открытие записи для их бесплатного просмотра в вашем методическом семинаре. Мы можем подобрать вам цикл вебинаров для самообразования педагогов. Если же в наших вебинарах такой темы, которая нужна именно вам, нет, то мы сами организуем и проведем мастер-класс в форме вебинара по согласованной с вами теме. Но заявки принимаются только от администрации образовательных организаций. Причем